И вот открывается вся прелесть дизайнерской находки постельного белья La Scala. Вы посмотрите, какой необычный рисунок. Здесь и розы, и скрипка, романтика. Посмотрите, какие сердечки. Олечка, ты знаешь, говорят тут люди, которые постоянно поют, а мы с тобой все время в гримерке поем. Говорят, они счастливые. Значит, музыка вот всегда сопутствует нам, правильно? Как здорово, когда музыка сопутствует еще и во сне. Слышите музыку во сне, друзья, будьте счастливыми. 24 часа в сутки. Итак, внимание, постельное белье La Scala, это премьера. Впервые сегодня появляется на экранах и сразу завораживает своей красотой. Вы посмотрите, как выглядят, как натуралистично смотрятся цветы, как живые. Это 3D-эффект. Каждый лепесточек буквально оживает. Ты знаешь, вот многие телезрители знакомы с этим выражением 3D-эффект. Только в качестве кинотеатра, знаешь, вот так 3D-эффект присутствия. А что значит в рисунке 3D? Расскажи, пожалуйста. А в рисунке 3D, вот посмотри, обрати внимание, лепесточки имеют объемность. Посмотри, как у нас смотрится, насколько гармонично и красиво. Мы видим глубину рисунка, мы видим, насколько каждый лепесток, видишь, как отгибаются листики. Да. Это создается за счет фотопечати по ткани, и специально разрабатываются рисунки, которые дадут наибольший эффект. Создайте эффект цветочной оранжереи в вашем доме с постельным бельем La Scala. Если вы любите необычное постельное белье, это предложение для вас. Я вас очень прошу, ну не поленитесь, пожалуйста, если вы сейчас дома, подойдите к своему шифоньеру, откройте его, посмотрите, какие комплекты постельного белья именно у вас. Посмотрели? Одноцветные, выгоревшие. Там, небось, уже какие-нибудь дырочки маленькие есть, правда? Пора выбрасывать все старое белье, ведь есть возможность заказать новый комплект, полноценный комплект за 999 рублей. Звоните скорее, пусть в вашей спальне всегда будет новое постельное белье. Создавайте целые коллекции. Итак, коллекция, начните с La Scala. Вы посмотрите еще раз, насколько гармонично создан рисунок и цветы. Это розы, это символ любви, тем более красные розы, это символ страсти, символ семейного благополучия и, конечно, скрипка. Скрипка душа. Это та мелодия вашей семейной жизни. Это мелодия вашей судьбы. Поддержите ее. И, кстати, за обновление я вот всеми руками за. Потому что, обновляя постельное белье, вы обновляете свою жизнь. Сделайте правильный шаг. Это, Олечка, новинка на телеканале Шопот Шоу. Ну-ка, давай раскрываем все секреты. Если вы хотите обновить свою жизнь, я бы даже сказала, тогда звоните, обновляйте, заказывайте постельное белье La Scala, номер лота на экранах 001 014 009. Новинка, звоните. 999 рублей, кстати, Олечка, но это просто феноменальный, даже простыня, и даже не однотонная. Да, представь себе, тоже на простыне мы видим розы, мы видим прекрасные сердечки. Посмотрите, здесь два сердечка, да. И это все символы любви. А скрипка, вы вообще видели когда-нибудь постельное белье, чтобы на нем была скрипка? Только у вас будет такой комплект постельного белья, причем вы получаете сразу весь комплект. Вы посмотрите, посмотрите на эту розу. Посмотрите на эту красоту. И насколько все гармонично смотрится. Вы хотите спать на лепестках розы? Забирайте прямо сейчас. Набирайте номер телефона. Итак, знаешь, Оточка, я когда смотрю на эти большие бутоны, как настоящая, чувствую себя маленькой-маленькой дюймовочкой, которая будет с удовольствием засыпать и просыпаться в объятиях этих прелестных цветов. Друзья, вы знаете, очень приятно еще и ощущение, когда прикасаешься к этому постельному белью. Ведь это очень важно, согласитесь, чтобы постельное белье еще и было приятным по тактильным ощущениям. Олечка, очень мягкий материал и достаточно плотный. Расскажи, пожалуйста, что это за материал, как ухаживать за ним? Ты знаешь, это очень плотный материал. Вот обрати внимание на то, что эта ткань плотная. Мне очень нравится, что эта ткань имеет особенность, которая понравится каждой хозяйке. Так. Ой, ты любишь гладить постель? Ой! Лучше молчи. Для меня это каторга. Раз в неделю это делаю, собираю все комплекты за неделю. И потом часа 2-3 вот глажу и наглаживаю. А теперь внимание! Это постельное белье не требует глажки. Вы посмотрите. Давайте еще раз помну. Итак,
Постирали постельное белье, потом достали, расправили, и гладить его не нужно. Прекрасно. Это огромный плюс. Отличная новость, если вы не любите гладить, освобождать себя от этой занудной глажки. 999 рублей. Целый комплект постельного белья за скидкой. 560 рублей. Звоните в наш колл-центр. Звонки бесплатные. Даже с мобильного телефона. Оль, знаешь, такой вот вопрос. Я сейчас прикасаюсь к ткани, сразу вспомнила наш разговор со свекровью. Она была у меня на новогодних праздниках. Она говорит: Оль, ты знаешь, а вот я в молодости крахмалила белье. Так, это она тебе что, в укор, что ли? Нет, я хорошая свекровь, она никогда мне в укор ничего не ставит. Просто вот она делилась впечатлением. А когда я ее спрашивала, для чего она это делает, она вот толком ответить не могла. Вот расскажи, ты знаешь, для чего? Действительно, раньше очень принято было крахмалить постельное белье, во-первых. Многие любят, чтобы ткань держала форму, да, чтобы постельное белье не мялось. Именно в этом помогает крахмал. Но и еще загрязнение не так держится, не так пристает постельное белье. Оно дольше сохраняет свою свежесть. Да, знаешь, сейчас инновация, технологии пошли далеко, не нужно крахмалить белье. Кстати, так было трудоемко, мне бабушка рассказывала, что это целый процесс. И кипятили белье, и крахмалили. Слушай, ну представь, насколько весь день занимала только стирка. Все, забудьте, вам не нужно теперь так упорно заниматься с тем, чтобы освежить постельное белье. Просто-напросто легкая стирка. В машинке 30 градусов, соблюдайте температурный режим. Не нужно добавлять ополаскиватель, ведь это новосатин. Вискоза с хлопком. Попробуйте прямо сейчас. 999 рублей. Выберите свой размер. Полутораспальный есть. Двуспальный есть. Это новинка. И даже евроразмер тоже пока остается в наличии. Олечка, я бы хотела напомнить нашим телезрителям, как сделать свой первый заказ. Потому что я считаю, что это отличный повод познакомиться. Постельное белье, которое стоит меньше 1000 рублей. Шикарное, красивое, усыпанное романтическими алыми розами, которые просто не могут не понравиться. Делайте свою первую покупку на нашем телеканале. Достаточно просто записать номер лота 001 014 009. Записали? Теперь звоните в наш колл-центр. Звонок бесплатный. И оформляйте свой первый заказ.